Грубых нарушений в эксплуатации газового оборудования в Вологде на сегодняшний день не выявлено. В областной столице продолжаются проверки домов, в которых установлены газовые плиты и колонки. Сегодня представители службы проверили жилой фонд в Тепличном микрорайоне, дома номер 11 и 13. Показалось, что загазованность по нулям. Если появляется загазованность, то цифры начинают. Это значит, что утечек в газовых трубах, проходящих по подъезду, нет. В квартирах тоже не обнаружили никаких дефектов. Ну, в данном доме газовые колонки, да, и тут, кроме вентиляционных каналов, все существуют отдельные дымоходы для газовых колонок. Что, вот как показывает практика, есть случаи летального исхода, если не работает дымоход, отравление и взрывы колонок. Два подъезда проверили, значит, да, везде показатели положительные. Что на данный момент, конечно, очень хорошо. Незапланированные рейды проводятся в связи с трагическими случаями в России. До Нового года взрывы бытового газа унесли жизни людей в Рязани и Иваново. На днях история повторилась в Саратове. Проверку газового оборудования необходимо проводить регулярно, при необходимости заменять приборы. Проверки уже прошли в Бывалово, Заречье, центральной части и на ПЗ. Проверили 15 управляющих компаний вместе с этой, на которых мы сейчас находимся, в домах. Нареканий практически нет, вентиляция и газовое оборудование в хорошем, в среднем состоянии. У некоторых есть, что требуется замена, об этом предупреждают. Внеплановые рейды продолжатся, пока не обследуют все управляющие компании Вологды. Обнаруженные неполадки будут устраняться в кратчайшие сроки. Ольга Хрипина, Максим Тышковец, Вологда-Портал.